Всем привет, дорогие друзья! Сегодня покажу один случай, который произошел в 2018 году на Сабете. В общем, Либхер 350 тонн со стрелой 56 метров сам себя перевел в походное положение. Во время ночного обеда все уехали. Остались ребята спать. Вот слева видно, балок стоит. Спали в нем. За малым стрела туда не прилетела. Кранового в кране не было. Кран сам себя перевел в походное положение с такой длинной стрелой. То есть обычно разбирается стрела, остается корень стрелы, переводится в походное положение, и он опрокидывает вот таким образом корень стрелы обратно. Ну, не такую длинную, 56 метров. Посмотрите, как все поломалось. В общем, проведя свое расследование, я понял, что просто кран был настолько уставший, что он заводился только с помощью ключей. Вот где-то здесь открывается, вот видно, отпала крышечка. Там есть два ключа, которые находятся, должны находиться только у главного механика. И с поворотами этих двух ключей можно влезть в компьютер. Соответственно, специалистов не хватает по такой технике. И залезли в компьютер, чтобы он заводился. В итоге дозалазились. То, что произошло, мы видим на экране. Это мой вывод. Прилетели немцы. Через 2 недели в таком положении был кран. Делали свое заключение. Нам не объявили, чем закончилась ихняя экспертиза, но по моей информации, по моему расследованию, мы видим то, что мы видим. И мой вывод — это из-за того, что залезли в компьютер. Кран работал долго, он работал у нас в Калининграде очень долго, отработал в море. И странная ситуация. Ну вот мы видим, гусек оторвало. То есть просто в принудительном порядке он начал его складывать в походное положение. Порвал все троса. И очень интересная история и познавательная. Хорошо, что все остались живы и здоровы. Никого не наказали. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.